Тут даже вышел спор между нами. А? Не пьющий, профессиональный боец, тактик, командир, лидер. Душка, и просто красавец. Правильно! Сразу слышно профессионала. Ток! Продают не просто дока, а дока. Вот сейчас док мне сообщает, что любое мероприятие, то есть любое ваше мероприятие, вы можете сейчас выиграть его как лоб. Док, у нас уже есть традиция, мы продаем дока в том или ином качестве каждый год. В прошлом году продавали док и непонятно зачем это сейчас. Но с мылом и с мочалкой. Я так понимаю, что он вначале не мылил. Вот, сейчас... Спинку тер, спинку. Сейчас подается четко вот на мероприятие человек высокого профессионального уровня. Его можно потрогать, поласкать там. Внимание, все, что нарушает закон Российской Федерации, аукцион отношения не имеет, сразу говорю. Поэтому там уже как сами. Не несет ответственности аукцион за все, что будет происходить с ним. Так вот, внимание. Заметьте, тот сам это согласится. Вот. Он не мог выбрать игру, и вот он готов продаться на любую игру. Он может поехать в вашей команде, или командиром вашей команды, или собрать, да, попросить его, чтобы он собрал отдельную команду, и так далее. Он готов играть техом, вот поваром, он, в общем, готов помочь вам в любом, как ваше второе я. Внимание! Ты где был? Начальная ставка 5 рублей. 50. Сколько? 50. 50 рублей. О, картошку будешь чистить в трактире. 50 рублей. Вот уже в трактире картошку чистить. Внимание, 50 рублей. Кто готов дать больше? Минимальная ставка 5 рублей. 50 рублей за дома. 5 много. 1 рублей. Так уже 50 рублей. Уже было замучили. 5 рублей. 100 рублей, уже взяли 100 рублей. Кто готов дать больше 100 рублей? 150 рублей. Уже. Человек знает, за что торгуется. 150 рублей. 150 рублей. Слушай, если ты не знаешь, что умеет ток, не торгуйся. У него нет срока годности. Они говорят, что он не свежий. Он опытный, ты не понимаешь. С выдержкой. Как хорошее вино. Так, все. 150 рублей. Кто готов дать больше? 200 рублей. Кто готов дать больше 200 рублей? 250 рублей. 250 рублей. Кто готов дать больше 250 рублей? Великолепный ток. Кстати, по моей информации, из очень известных источников, док достиг невероятных успехов в личной форме. За последние, сколько, полтора года, да? За полтора года он похудел на 30 килограмм. Вот. 30% ценности. Нет, ты не понял, это наоборот, эффективность увеличивается. Концентрация увеличивается. Вот. То есть, если что, он может вас проконсультировать персонально на мероприятии, как это сделать. Если нельзя во время голода. Это да. 250 рублей. До голода вряд ли грозит. 250 рублей, кто можно больше. Зато его можно на охоту отправить. Вот. Он может поехать в вашей команде на любую игру с вами. В вашей команде, как боец, как командир и так далее. А взнос на игру заплатит? Сам, да. Сам оплатит. 250 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Кто готов дать больше? 300 рублей. 300 рублей. Сейчас как бы осмысленно будет. Ну вот человек, который выкупил дома в прошлом году. И заметьте, сейчас она ставит еще больше и готова опять его выкупить. 300 рублей. Кто готов дать больше 300 рублей? А давайте вот консультация есть? 300 рублей. Алин? Она не хочет говорить, она знает, что она покупает и повышает крепку. В прошлом году она выкупила дока за 274 рубля. Вот. Сейчас уже 300 спокойно дает. Готово, в легкую. 300 рублей, кто готов дать больше? Да, 300 рублей, кто готов дать больше? 350 рублей я даю.
350 рублей. Нет, такое, такая крова нужна самому. Я напоминаю, что это скинутся на светлый блок. Да, кстати. Заметьте, а хишка тут тоже играет. 500 рублей. 500 рублей. Конечно, орк на хишке, да, еще за светлым, это очень интересно. Ну, я так просто. Оставь хишку. Ладно, 300 рублей. 500. 500, простите, 500 рублей, я уже вообще запутался. 500 рублей. Внимание, великолепный игрок, командир, лидер, 500 рублей. Кстати, он неоднократно был на многих центральных частях России, показал себя очень качественно. Я сам был в его команде, я знаю. Когда проходишь тут, то помоги нам тут покомандовать. Я говорю, что я здесь просто игрок. Давай, помогай. И он там реально штурм организовывал. В 2013 году на хишке. Вот. Док, да, простите, на вахе. Внимание. 500 рублей. Кто готов дать больше? Командир. 500 рублей. 505 рублей? Тысяча. Тысяча? 1000 рублей! 1000 рублей! 1000! Одна... товарищи, это... 1000, это 1,3 ноля. 1000. 1000 рублей, не рублей. Не долларов. Не долларов, 1000 рублей. Я еще на дорожку скину уже. Следующий продажные мастера! 1000 рублей! Внимание, 1000 рублей! Кто готов предложить больше? Тысяча рублей. Что-то мне покажет, 1000 рублей вряд ли кто-то предложит. Тут мастера уже готовы бюджет свой так подсчитывать. Можем мы себе позволить долг или нет? Наоборот. 1000 рублей. Хорошо. Кто готов дать больше 1000 рублей? 1000 рублей. Раз. Внимание, последний шанс. 1000 рублей. Два. 1000 рублей. Три. Продано. А, что, Дока пишешь? Да. Аппарат, сфотографируйте эту парочку. Хозяин. Хозяин. На руки пусть возьмет. На руки подарок. На плечо. Модераторам группы Юркона, выложите потом это.